любимого. Штефана, самый красивый, самый талантливый, самый вредный лев по кличке Дамиан. Дай мне лапу, говорит Штефан Дамиану. Не дает. Они со Штефаном большие друзья, иначе бы они не принимали друг друга такое. Что такое? Говорит мне Штефан. Пожалуйста. Иди, пожалуйста, Дамиан, домой. Может быть, сейчас ты пойдешь домой? Говорит ему Штефан. Нет, Штефан, и сейчас я не пойду домой. За хвостик потягаю, Штефан. Я ж пошутил, Штефан.